ты еще обрежешь, да, его? Куда Финляндию, по-моему. Там, короче, всех моих друзей, с которыми я собиралась встречаться в течение моего пребывания здесь, заканчивается пара в 4. 4-4.20. У всех. И меня все зовут гулять после 4, после 4, после 5. А сейчас только 2:30, то есть у меня 1.5 часа, и мне нужно куда-нибудь себя притулить, чтобы мне не было скучно. И посмотрите, какой поток людей. Посмотрите. Я, наверное, пойду сейчас в Starbucks, возьму себе кофе, а после поеду уже к девочке и буду ее ждать возле универа. По какому-то непонятному району, понимать бы, где я нахожусь, я бы вообще была счастлива. Но, увы, не дано. Я пытаюсь сейчас следовать картам. Меня пугает тот факт, то, что на улице почти нету людей. Я, грубо говоря, одна, ну серьезно. То есть вон на другой стороне идут 3 человека, и все. Сыкотно. Ну да ладно, я уже почти пришла. Репить, пожалуйста. Прямое включение. Сейчас. 2 часа ночи. И как бы Соня меня решила покормить своим деликатесом. Сейчас я буду впервые пробовать блюдо от Сони. Картошка с мороженым. Мороженым. Смотри. Помните, как бы берем. Ага. Все. Я не распробовала людей. Если честно, это не знаю, как так больше. Все, пока. Встаем, уходим. А завтра мы будем идти за проведу веганские места. А, понятно, хорошо. Вы любите, когда вас называют София? Я Софья. Это Софья. 2 разных имени, ты чё? Простите, Софья, о господи, увольте меня. Я больше не буду никого интервьюировать. Господи, Софа. Меня как называют Софа. Это так звучит, как будто пончик какой-то. Софа, мне как собачка. Софа. Давай позвоним, спросим, сколько стоят апартаменты. Ну, я могу сразу 2 почки свои.
Обе. Сразу. И то не хватит, я думаю. Мне кредит придется взять. Да. А я могу скинуться еще одну. На месяц хватит пожить. Внезапность. А что я иду, блин, ради красивого кадра? Мамочки. Как бы ситуация, сколько сейчас там времени? 3 часа, да? Я турист, у меня на ладошке Рэдисон. Сейчас ситуация такова, то что у Полины телефон вырубился вообще, а у меня на телефоне 2%. Мне кажется, мы выглядим немножко интересно. Да, мы выглядим очень с тобой интересно сейчас. Вот выруби его. Блогерс лайф, как бы, извините, но я голодная. Мне кажется, все хорошо, можно начать есть. Соня позирует. Поуз, поуз, поза, поза. Красиво. Как тебе погода? А, замечательная погода, великолепная. Обожаю дождь. Которого уже нет. О, смотри, кстати. Солнце. Солнце. Ты видишь это? Нифига себе, позирую. Офигеть! Давай, вот, давай вот. Я уже приехала в аэропорт. Мне не нравится мое лицо, потому что оно какое-то побитое, измученное. Интересно, почему же быть? Может, потому что я спала всего лишь 2 часа сегодня? Ну, окей. Может быть, 2 часа 10 минут. Ну, да ладно, особо роли не играет. Это моя посадка. Когда я начала снимать видос, у меня началась посадка. Ну да ладно. Короче, я уже лечу в Краснодар, и касательно вообще поездки, которая была, я вообще максимально счастливая, потому что здесь меня слышно. В общем, я просто повторно влюбилась в Москву. Она мне в первый раз, когда я здесь была, очень понравилась. А сейчас я просто больше мест увидела, больше с большим количеством людей пообщалась. И это просто нереальные эмоции, нереальные ощущения. И я безумно хочу вернуться сюда еще раз. И, может быть, даже остаться на более долгий период времени, нежели 3 дня. И сейчас я со спокойной душой зарядила телефон на 80% хотя бы так. И сейчас я пойду на посадку, буду слушать музыку и читать, наверное, новую книгу. Я не понимаю, а где вот как бы вот тут посадка у меня, а там никого нету. Вы видите это? Это очень странно. Я начинаю тупить, жестко тупить, потому что я очень сильно хочу спать. Все, спокойной ночи.